Удивительно этой крепости в том, что здесь поблизости нет воды. Ни питьевой воды, ни технической воды нет. Даже здесь нет пашни нет. Здесь только пастбище и сенокосы нет. Камни, наши горы. Она расположена в муниципалитете, не на Успенском муниципалитете, она расположена на высоте 2650 метров. Строение построено очень интересно, строительство не использовано никаких цемента, песка, камень на камень. Это вулканические камни, и построены один на одного, сложены, получился как прекрасный, и высота есть, местами высота доходит до 4-5 метров. Вот эти оборонительные крепости, которые располагаются, 4 штуки их. И есть специальное, как оборонительное оно сооружение. Вот окна, двери, как будто очень маленькие они входы. И только для обороны, как предназначено. Это огромное строение, возможно, это и город был, крепость. Город-крепость. Но она мало изучена. Впервые сюда поднялся, и мало кто поднимается сюда.